А вот меня кто-нибудь слышит? Да, нас тебя слышно. Мы уже в эфире, если что. О. Начнем через 5 минут.
Да? Привет! Не знаю, меня слышно или нет. Слышно. Надеюсь, все меня слышат, все меня видят. Ну что же, два слова о себе. Я руководитель направления художественных программ. Вот заставочку вы видите, да, на этом замечательном экране. Направление художественных программ Московской школы кино включает в себя пять художественных программ. Основные программы, долгосрочные художественные постановки, про которые я сейчас расскажу. Художник по костюму, про который я сейчас расскажу. Художник по гриму. Также здесь вы видите еще один слайдик, это художник-раскадровщик. И отдельно есть подготовительное отделение. Кто есть, не уверен, на кого, не определился своим выбором, он может прийти туда и также проучиться. То есть в итоге у нас много программ входит в это направление. Итак, чуть-чуть про все эти программы попытаюсь вам сейчас рассказать. Про меня, в общем, все узнаете про я из интернета, не будем крутить. А вот это, наверное, будет интересно. Художник кино, драматург, изображение. Вообще, знаете, я сейчас шутил, что знает художник в кино? Вообще, что такое художественная постановка? Никто не знает. Поэтому никто не приходит. Но на самом деле, вот все, что вы видите в кадре «По щучьему велению» замечательного фильма, в кадре «Бременских музыкантов», чуть-чуть менее замечательному фильму, да, в кадре, я не знаю, «Сияние», я сейчас в историю залез, да, в кадре «Зеркало» фильма Тарковского. Это все труд, интеллектуальный труд огромного количества художников, которые первые видят этот мир, потом его в каком-то понятном виде зарисовывают, представляют всей съемочной группе и реализуют в пространстве кадра. Поэтому художник кино – это моя фраза. Драматург – изображение. Есть драматург, который из слова составляет содержание, а художник из изображения составляет драматургию. Все очень просто. Кто дальше? Что там карьерные возможности? Итак, мы сейчас говорим про программу «Художественная постановка», которую я курирую непосредственно, я являюсь куратором этой программы. А что вы видите здесь на экране карьерные возможности? Ну, во-первых, главный художник проектов – это вершина этого айсберга. Чтобы, конечно, допрыгать до этой вершины, конечно, надо многому научиться, обладать огромным количеством навыков, организационных, менеджерских и прочих. Но это вишенка на торте. А начинается все с чего? Начинается, скорее всего, с ассистента художника, с бутафора, с декоратора. Это те навыки, которые зашиты в этой специальности, их можно реализовывать, но приобретая дополнительные какие-то навыки и другие качества, ты как бы растешь в этом табеле о рангах и становишься со временем художником. В рекламе это очень тяжело работать художником телевизионного проекта. Сценография – это работа в театре. Художник-постановщик кино – это уже ответственная позиция, человек, который руководит большим арт-департаментом, вот всех людей, которых я перечислил. Ну а главный художник проектов, многие не понимают, что это такое. Но я вам скажу, вообще это вершина айсберга, человек, который руководит департаментом, порой человек в 100. Ну, все же видели фильм «1917» и прекрасно понимают, что фильм Сэма Мендеса отличен, но художник Дэн Гаснер, ну как можно вот такое гигантское поле, где идут бои, там самолет падает, да? Это же кино. Как это в одну секунду можно преобразить? Вы представляете, какое количество людей там разбросано в этом поле под краской дерева, я не знаю, образованием этого пруда, в котором ворочаются опять-таки эти жмурики, да, которых вы видите, их тоже надо. Это, в общем-то, громадный директор. Вот такой главный художник проекта. Это старая система, она в американском кино существует, она у нас была. И сейчас к ней возвращаются, когда все вопросы изображения обращены к этому человеку. Кстати, вы видите на экранчике два эскиза. Это эскизы моих студентов, не помню, какому проекту, правда. И видите макет тоже моего студента. Это частички курсовой работы, про которую я расскажу чуть-чуть дальше. Итак, основные образовательные модули. Ну, смотрите, можно ли стать художником кино, не зная историю кино? Так как он называется художник кино, художник-постановщик, понимаете, без кино нет его жизни. Соответственно, он должен знать, когда кино зародилось, всю
родословную, условно, от братьев Люмьер до сегодняшнего дня поэтапно он должен знать, что такое немецкий экспрессионизм, что такое нуар. Но у нас замечательные преподаватели и замечательный коллега Всеволод Коршунов, который потрясающе прививает эстетику кино. Основа скетчапа, фотошоп. Можно ли современному кинематографисту, вообще человеку, обходиться без основ скетчапа и фотошопа? Нет. Мне кажется, все свои картиночки, выкладываемых в ваших пабликах, вы редактируете. Но я уж не говорю, что надо эскизы, надо научиться рисовать в скетчапе. Это умеют наши. Да есть Procreate еще программа. И еще множество других. Пространственная визуализация. Это есть вот тот макетик, который вы видели. Люди могут его склеить, свою идею превратить в объем. Основа эстетики стилей. Так как в определении художник кино два слова. Кино и художник. То есть можно ли обойтись художнику без знания эстетики и стилей всего изобразительного искусства? Нет. Это объяснимо. Мы даем эти знания. Но мы, конечно, даем основы. Мы не можем дать за нашим профессиональным дополнительным образованием фундаментально. Мы рассчитываем на желание студента самому еще учиться. Мастер-классы. Здесь написано очень много. Что такое мастер-классы? Это постоянно привлекаемые мной лично, моими коллегами, школой, привлекаемые специалисты из разных областей, которые дают понимание о гриме, о производстве и прочем, прочем. История создания раскадровки кинофильма. А раскадровка вообще раньше рисовалась художниками-постановщиками, но с каждым днем специализация становится более подробной, и поэтому появилась отдельная специальность. Мы эту специальность уже вывели в программу, но понимание раскадровки обязательно художник-постановщик. Ну и прочее. Основа бутафорского мастерства, декораторского мастерства, цветоведения. Видите, сколько? Смежные специальности, операторское искусство и режиссура. Все это составляет, мне кажется, тот самый багаж, который мы можем дать за то время, пока человек у нас учится на художественной постановке. Внимание. Так, пойдем дальше. 200 проектов в год. Ну, на самом деле, это правда. У нас огромное количество проектов в разных направлениях. Тизер, телевизионные сериалы, реклама, музыкальное видео, короткий метр. Это интересно вообще. Если вдруг вы окажетесь у нас, я надеюсь, то скучать вам не придется. Кто любит руками что-то делать, это круто. Кто любит придумывать лежа на диване классные идеи и потом их зарисовывать, это круто вам, к нам. А если вы любите и то, и другое, то подавно к нам окажетесь вот в этих 250 сменах в павильоне, будете выезжать на выездные смены. Что это значит? Вы поедете где-то вот под Москвой, в грязи, будете снимать какую-то красоту, а потом это смонтируете и будете говорить: я помню, там шел кровавый дождь, и мы это снимали, смотрите, как клево, теперь мы сидим в тепле и наблюдаем, получился шедевр. Вот что это такое. Так, что тут дальше? Учебная работа по итогам каждого семестра. Ну, тут я не буду долго рассказывать про это. У нас много учебных проектов. Зубная щетка, репродукция – это очень интересные проекты, где реализуется как иллюстрация какого-то известного художника, его картина, натюрморт на определенную тему, а зубная щетка – это первое погружение в совместное кинопроизводство для всех программ нашей школы. Если вы любите общаться, если вас драйвит и штырит от этого, то, конечно, зубная щетка вам зайдет, и это будет первый модуль на вашем пути. Цвет-цвет, но это различные модули нашей программы. Я не буду сильно распространяться, потому что мне еще надо рассказать про другие программы. Но коротко, свет и цвет – это умение работать с операторами в одной команде. Потому что самый близкий человек – художник, это оператор. Что бы я как художник не придумал, в моей работе грош цена, если мой коллега-оператор не сможет понять этого и передать своим визуальным языком. Художник придумывает мир, оператор придумывает язык, которым будет повествован этот мир. Это вырабатывается в свете и цвете. Травогейные шоты, опять работа с оператором и опять умение работать с интерактивным экраном. Да? То есть это очень сейчас популярно, когда изображение выводится на экраны, а актер погружается, и впереди 2-3 скалы какие-нибудь или кривых деревцев, создается полная иллюзия реальности. Это новые технологии. Мы этому учим. Ну и тизер сериала, я не знаю, как он сюда затесался, но здесь это практический модуль, который по заказу настоящего игрока на рынке телевизионном, крупной компании, реализуют наши студенты. И там участвуют художники, и создают эту реальность. Так, реклама, музыкальный клип. Вот это все указано для того, чтобы вы понимали, какой веер
какие возможности открываются перед художниками, которые окажутся у нас. Я знаю, я сам люблю музыкальное видео. Вот я обожаю его больше, чем все остальное. И с удовольствием снимал клипы, за свою жизнь много наснимал. Это клево, когда ты из ткани развивающейся генеришь какую-то красоту, которая сливается с музыкой в одном темпе. Назову это так, музыкальный клип. Не меньше я люблю рекламу, потому что за свою жизнь столько рекламы снял, что горит мне синий пламень, да, в аду за это. Но реклама – это клево, потому что все помнят мои рекламные ролики. Я специально сейчас ничего не буду говорить, да, про это, про свои ролики. Но вот кого я не спрошу, они говорят, кино, я помню ваш фильм, да, а рекламу глаза открываются, говорят, это вы. Художники, снимая рекламу, залезают в подсознание зрителя. И я считаю, что визуальная сторона экрана в рекламной, в телевизионной рекламе астрономическое значение. Брендированное видео – это родственник рекламы, это когда мы не можем, это специализация короткой формы режиссуры, художники принимают участие. Ну и короткометражный фильм – это финал обучения на нашей программе, потому что мы как бы всех выпускников соединяем в основном проекте, и вот вы имеете короткометражный фильм, который будет потом показан в фестивалях. Я лично частенько принимаю участие в жюри фестивальном и вручаю призы за лучшую художественную визуальную сторону. Да? От «Союз кинематографистов» я присуждаю остальную Леонардо. Поэтому я отмечаю. Идем дальше. Что у нас дальше? Дальше у нас, что войдет в портфолио. Ну, так что не читать с экрана. В портфолио войдет множество интересных работ на тему рекламы, муз-видео, короткого метра, тизера и прочего. И что это, вообще, что такое портфолио? Портфолио – это такая штука, что вы когда закончите школу, придете, ну, нашу школу, Московскую школу кино, придете куда-то устраиваться. Допустим, придется, я не знаю, продакшн крупный. Они говорят, а вы давно закончили? Они говорят, нет, только что. Они говорят, а вы ничего же не снимали. Они говорят, как так? Достаете портфолио, там есть все. То есть портфолио позволяет прочитать ваши творческие способности. Вот это на самом деле УТП и наши школы, нашего направления художественных программ и непосредственно художественные постановки. Не читаю с экрана, но вы это прочли. Опять-таки, изображение на экране – это, если я не путаю, макетик одного из моих студентов, сильно похож. Так, что еще в эту сторону? Ресурсная база. Ну, вообще, наша школа славится именно ресурсной базой, потому что у нас есть павильон, у нас есть киностудия, на котором два павильона сейчас появятся. Знаю про это, третий павильон. Там есть оборудование, техника, декорации, строительство этих декораций. Соответственно, мы даем возможность окунуться в реальное производство на нашем учебном процессе. Профессионально все уже прочли, да, но мы к этому можем добавить еще постоянные такие мастер-классы, которые мы проводим в этих павильонах. А потом еще очень важно, что мы это анализируем в нашем же кинозале. У нас есть великолепный кинозал, место на сколько там, на 100, да, по-моему, да, в котором мы потом анализируем все, что я вам только что рассказал. Мы сидим на огромном, я бы хотел сказать, громадном, ну, не громадном, но большом экране. Мы видим все нюансы работы художников и операторов, и режиссеров. Так. Вопросы, если что, Настя там следит за вопросами. Условия обучения, долгосрочная программа – самая скучная часть для меня, потому что, знаете, мне кажется, чем интересен человек, который пришел сюда учиться. Он говорит, я хочу учиться. А вот сколько дней, мне не важно, я же хочу учиться. Да хоть 24 часа в сутки. Это правда, придется учиться 24 часа в сутки. Не забывайте про это, потому что вы хотите за этот небольшой промежуток времени стать художником с большой буквы. И то, что здесь написано, что 2-4 вечера в будни, один полный выходной. Если вы вот зарядились под это, ну, немножечко вас жалко, потому что вы должны всего себя отдать. Физически, да, 2-4 вечера в будни, но практически вы будете работать 2-4 часа. Но я вот так живу сам уже, мне 60 лет, наверное, 40 лет своей жизни, я живу вот так, 2-4 часа в сутки работать. Стоимость видели, стоимость не касается, что я буду касаться, она прописана на экране. Но вот что я про стоимость скажу. Мне иногда говорят, ой, как дорого. Слушайте, хочу вам сказать, будучи вице-президентом гильдии художников кино, да еще и руководителем направления в Роспрофкино, я слежу за зарплатой. Хочу вам сказать, сейчас бал кинопродукции, очень много фильмов снимается, зарплаты растут. И поэтому, если вдруг вы займете позицию
художника-постановщика на проекте, вы за 2 месяца окупите свое обучение в течение 2 лет. Ну, 3 месяца. Так что я считаю, что это не просто недорого, это очень дешево. Потому что у нас такой пул педагогов-преподавателей. Извините меня, это надо ценить. Проект выпускников увидели. Женя Егорова, Катя Абросова, Саша Зинченко. Это все уже состоявшиеся люди. Мне забавно на них смотреть, когда они только пришли ко мне. Такие прям зеленые люди. Но за 10 лет я уже обнаружил, что, оказывается, есть целая новая поросль. Талантливейшие люди. Я горжусь этим. Так? Так, но я слежу за тем, чтобы... Вот я вовремя, ровно 17 минут, перехожу к другой программе. Вообще, замечательное качество любого кинематографиста и художника в том числе – пунктуальность и умение строить свои выступления. Вот договорились, сейчас я перехожу к следующей программе, которая называется «Художник по костюму». Эта программа входит в направление программ. Да, я руководитель, но с вниманием. У каждой программы есть свой куратор. Замечательный куратор Сергей Стручев, мой коллега, автор таких фильмов, как «Солнечный удар», «16-12», историческое кино. Вообще он большой специалист по военному костюму. Но он прекрасно разбирается и в современном костюме. Вот он курирует эту программу на протяжении уже нескольких лет. У нас есть выпускники замечательные, которые работают. Поступите к нам, будете с ним общаться. Мы в тесном контакте работают. Уж точно все программы художники, художники между собой сильно общаются. У нас совместные художественные просмотры итоговые. Так что приходите на программу, идем дальше по этой программе теперь. Про Стручева я вот тут задержусь, чтобы посмотрели, какие фильмы снял этот замечательный автор. Мы, гильдия художников кино, в прошлом году вручали ему приз за картину, по-моему, «Крылья Берлина», по-моему, какой-то фильм. Мы его отмечали, работу. Мне было очень приятно, что мой коллега, а я в жюри, мы отобрали эту работу. Вот что написано случайно? За «Солнечный удар». Не помню, за что он получал, не помню. Так, ведущий преподаватель. Ну что же, как приятно видеть на экране Дашу Зонову, человек, которому я неравнодушен, потому что, в общем-то, что она стала художником, я приложил еще свои личные усилия. Она, мне кажется, образцом своей будущей специальности видела меня, дружим семьями с ее мамой. И вот она стала художником кино. Это потрясающе. Мне очень приятно. И теперь человек видит, что там написано. Фильмы, Россия, США. Талантливый человек, молодой относительно меня, да? Вы помните, да? Всем говорю. И Даша, что дает Даша? Даша дает какое-то новое дыхание, новой индустрии, новых форматов, понимание работы в рекламе, в коротком формате, в муз-видео. И я знаю, с приходом Даши, она пришла год, как пришла в нашу программу, как ведущий преподаватель, многое изменилось, и я увидел, как еще больше раскрылись глаза студентов программы «Художник по костюму». Пойдем дальше. Карьерные возможности. Ну, смотрите, опять-таки, вершина, вишенка на торте является художник по костюму в кино. Вот где он тут у нас со стены, почему-то он так указан. Вообще он называется художник по костюму. Это вершина. Вот Сергей Стручев, Даша Зонова, их проекты. У художника по костюму громадный департамент. Люди, которые выходят из, выпускаются из нашей школы, они могут работать первоначально на разных позициях. На ассистентской позиции, на позиции костюмера, на позиции главного ассистента, фактуровщик. Их очень много специализаций. Но вообще мы готовим людей для активной самостоятельной карьеры. То есть художник по костюму и в кино, и в театре, и в музыкальном видео. Кстати, все эти специализации мы пытаемся дать какое-то понимание этих специализаций в нашей школе. Так, образовательные модули, в принципе, они бьются с образовательными модулями художественной постановки. Может быть, здесь есть несколько отличий. Например, конструирование моделирования костюма. Смотрите, художник по костюму иногда некоторые говорят, да он, наверное, умеет шить. Художник по костюму шить-то умеет, но никогда сам ничего не шьет. Он скорее придумывает образ. Этот образ реализуется через огромный департамент, но в любой момент этот специалист может прийти к любому закройщику. Любому фактуровщику говорит, дай-ка мне, я сейчас сделаю, показать ему. То есть у него есть практические навыки, заработанные в нашей школе, которые он может в любой момент опуститься до любого департамента.
Дальше. Мастерство художника по костюму – это профильная дисциплина. Что тут есть? Все остальное практически дублируется. Есть рисунок. Художник по костюму должен уметь выражать свои идеи. Да? История кино подавно, история костюма подавно, смежные специальности, мы этим славимся. Да? С экрана, в общем, вы прочли. Я отвечу на вопросы, друзья. Чуть позже вижу, какие-то вопросы возникают тут. Учебные работы по итогам. Значит, как устроено у нас образование взаимодействия художников по костюму и художников-постановщиков? Художники по костюму у нас учатся год, пока, во всяком случае, спешите, потому что через какое-то время они будут учиться два. А художники-постановщики учатся два. Поэтому год их взаимодействия очень плотный. И первый курс – это совместная работа над русской классикой, зарубежной классикой. Это совместные их проекты, которые они реализовывают. И художник-постановщик предлагает изобразительное решение пространства, а художник по костюму – образов в этом пространстве. Поэтому русская классика, зарубежная классика есть, но знаю, что мы позволяем еще чуть-чуть сказки выразиться. Фантастики пока не получается. Это вот когда будет 2 года, тогда будет столько. Так, ну, пример работы совместно, ну, посмотрите, красота. Смотрю на эти примеры, прям вам давно. Это шедеврально, это практически, я не знаю, пример работы Маклакова или Элеоноры, или, я не знаю, высочайшего уровня Дженни Беван, да, или высочайшего уровня Жаклин Дюран. Это я называю звезд этой профессии. Посмотрите, это не они, конечно, сделали, это наши студенты, но они хуже. Приходите, тоже так будете уметь. Что войдет в портфолио? Ну, про портфолио вы уже услышали, что портфолио – это та визитная карточка, которую зарабатывают студенты. Где они зарабатывают? Значит, видите, фоторепродукция. Этот модуль… Там дается репродукция Вермеера. Я очень люблю Вермеера. По поводу этого модуля вы можете в интернете погуглить и найдете столько информации. Есть запись там на канале «Россия Культура», я там рассказываю. Очень интересная история превращения репродукции в пространство. Вот предлагаю посмотреть самим. Да? Рекламный ролик, дипломный проект – все это уже ясно, потому что все это я освещал только что. Условия обучения, длительность обучения – год. Это очень важно, что формат чуть-чуть меньше, годовалый формат. Ну вот пока есть такая возможность приходить здесь учиться. 2-4 вечера в будни, 1 выходной. Ну, вы уже услышали про художников-постановщиков, что чуть-чуть, конечно, я прибираю. Будете 24 часа в сутки работать. Ну, кто хочет. Так, художник по гриму. Смотрите, вообще, кто такие художники по гриму, кто такие художники по костюму? Люди, которые создают образ, который потом будет на себе носить актер, который будет существовать в пространстве, который создает художник-постановщик. Все очень просто. Так вот, мы сейчас пришли к художникам по гриму. Не случайно они стоят вот, как бы, в конце нашей презентации. Наш художник по гриму – человек, который ближе всех стоит к актеру. Порой капризным, порой звезде. Он прикасается к звездному телу, к звездному лицу. Вы представляете, какая ответственность? Тут знания психологии очень пригодятся. А куратор программы Мария Мазунова обладает этими психологическими навыками, да, психоанализом. Это важно. Ну, посмотрим про Машу информацию. Замечательный художник по гриму. Мы опять-таки ВКонтакте. Маша с моей подачи написала стандарт профессии художника по гриму, который мы утверждаем все эти стандарты в профсоюзе Роспрофкино. Ну что же, современный, многоработающий художник. Она обучалась в школе. Видите, медицинский университет. Что мне важно, что у нее замечательные психологические навыки. Это очень важно в работе художника по гриму. Так, берег ремень на съемочную площадку. Ну что же, так зазывающе, да? У нас все художники по гриму бесконечно трудятся в наших практических модулях. Вообще, мне удивительно, как они не стираются. Да? Потому что у нас вообще в норме художников-постановщиков там, ну, минимум 20 будет, а художников по гриму 12. То есть нагрузка на них попадает двойная. И я их бесконечно вижу в павильоне, в гримерках. В практике очень много этих людей. Человек навык, который ограничен только визажем, да? Не ограничен, как раз-таки. Потому что художник по гриму – это не тот человек, я шучу,
которая может подштукатурить какой-то приличный лице. Ни в коем случае. Тот человек может быть с помощью какого-то дефекта может рассказать про образ этого человека и выпятить дефект, сделать этот дефект на лице. Это невероятно сложная профессия, потом еще это взаимодействие со звездным лицом. Это очень деликатно. Потому что многие художники по гриму не остаются в этой профессии, потому что они не умеют общаться. Но еще одна вещь отмечу. Почему вот визажист, да, художник по гриму легко может работать визажистом, но ни один визажист не может работать художником по гриму. Потому что художник по гриму – это психология, драматургия, искусство стилей и история искусства, история кино. А для работы визажиста всего этого не требуется. Так. Ну что ж, карьерные возможности, но это правда. Очень востребованная специальность. А у нас, как правило, набирается 12 человек на художников по гриму. Все они потом задействованы, бесконечно работают. Мы их не можем дождаться на наши дни открытых дверей. На телевидении, в театре, видите, частная практика, музыкальное видео, пожалуй, самые востребованные из художников. Преимущество программы, ну что же, видите, создавать образы, находить творческие решения, но это все художники. С основных базовых дисциплин каждый не добавляет новую. Но это вот система обучения, которую выстроил куратор, выстроила Маша. К концу года студенты осваивают дисциплин по 10 практических. Теперь распределяют время своей работы. Ну вот такие УТП на этой программе. Так, более 10 практических. Ну что же, все это увидели. Я к этому разве что-то сюда добавлю, что-то интересное выберу. Работа с волосами, а еще я тут добавлю, что вот пластический грим и спецэффекты. Мне за свою карьеру, конечно, довелось работать в проектах, где был громадный пластический грим. Он существует в индустрии множество специализаций художников по гриму. Но чтобы вот всем было понятно, возьму-ка я фильм «Круэлла». А в «Круэлле» и в «Стюарт» замечательная художница по гриму, главный художник по гриму, но там есть 10 художников по гриму под ее началом, с волосами, с мейкапом, с кожей там рук и прочим, и прочим. То есть прически, да, там они еще дальше распадаются на специализации. А пластический грим вообще отдельная вещь. И если вы видели «Жизнь и приключения Бенджамина Баттона», лучший пример работы пластического гримера, художника по гриму. А если мы возьмем фильм «Барби», то вообще потрясающе сделано все. Приходите, приходите на эту программу. По-моему, презентация программы сейчас заканчивается. Да, это примеры работ. Смотрю на это, думаю, ну это потрясающе. Практически Эдриана работа. Если кто не знает, Эдриан – шедевральный художник по гриму, который работал с Гретой Гарбо, она только с ним и работала. Да. Это один из лучших гримеров в мире, в пантеоне славы он там где-то есть. А художник по гриму, который работал над волшебником со стороны Оз. Понимаю чуть-чуть, да? Так, ну вот такие работы, такие работы. Что войдет в портфолио? Ну что ж, вот все, что вы будете здесь за время обучения, все войдет в портфолио, очень интересно. Я со своей стороны, как руководитель направления, чуть-чуть курирую, не вмешиваясь, но, например, Мария Мордунова мне сейчас обещала прислать дипломные работы, я их отсмотрю, дам комментарии. Со Стручевым мы всегда присутствуем на итоговых просмотрах у них и комментарии какие-то. То есть направление, в общем-то, позволяет каждому куратору быть очень свободным и в то же время мы коммуницируем между собой. Так, условия обучения. Самая грустная часть моего спича, потому что здесь вы уже услышали, что не 3-4 дня, а больше. Стоимость, вы видите, да? Опять вы скажете, там дорого. Но послушайте, зарплату художников по гриму я тоже знаю на рынке. И поэтому, если вы попадаете, то вы за очень-очень короткий срок вернете себе затраченные средства. И я за что? За то, чтобы ценили те знания, которые вкладывают вам педагоги. А у нас набран потрясающий пул педагогов. Все звезды. Не ценя... То есть можно же изменить, нолик убрать, и будет цифра другая. Но в этом случае мы не ценим этих людей. Вот так. Так, и что у нас? Проект выпускников? Ну что же, что тут мы видим?
Каникулы. Я, видимо, художников по гриму работы знаю чуть хуже, поэтому тут ничего не могу сказать. Но я знаю замечательную Катю Лихачеву, выпускницу нашего, замечательную Барабанову, Маша Барабанова, по-моему, была. Ну, великолепные мастера своего дела с первого дня стали работать. Вопросы. Настал момент. Сейчас я смотрю, как я иду в тайминге. 31 минута. Неплохо иду, мне тут маякуют. Поэтому сейчас. Если будут вопросы, я отвечу. Не будут, я что-то еще расскажу. Я Итак, тоже могу ответить на минус к вопросы, вопросу. если они есть. Но Так. вот там один вопрос есть, он, Минус к наверное, вопросам, какие были вопросы. больше для ученого отдела. Так, при окончании обучения какой документ я получаю? Получение об образовании. Если вы оканчиваете нашу программу, вы получаете сертификат, да? Если у вас не было никакого образования, вы получаете сертификат. Правильно? Правильно. Настя ответила. Настя, отвечай. Добрый день, меня А я тебя зовут не Ан... слышу, Настя. Не слышите? Не слышно меня? Адис? У тебя фон красивый, но не слышно. Нет, да. Слышно? Говори, Настя. Хорошо, тогда я буду говорить. Слышно? А, ты отвечаешь, да, Настя? Я как-то вылетела, Я прошу просто не вижу. прощения. Так, в Я общем, меня посмотрю зовут следующий Анастасия, вопрос. я менеджер приемной комиссии, Следующий. и если какие-то вопросы вообще в целом у вас есть, вы всегда можете позвонить, написать, задать их, и мы обязательно ответим и поможем вам. У нас был вопрос насчет диплома. Если у вас есть диплом о высшем образовании, то тогда вы получаете диплом о дополнительном образовании. Если у вас диплома нет, то, к сожалению, вы получаете, ну, даже не к сожалению, вы получаете просто сертификат об окончании. Но это не влияет на работу уже по специальности, потому что очень важно, чтобы у вас было портфолио по окончанию обучения, а не диплом. Диплом очень важен, если вы будете будущим преподавать, к примеру. Но в основном Я просто здесь не слышу. все идут на то, чтобы потом в будущем быть профессией, либо художником по гриму, либо постановщиком, либо по костюмам. Вот. Обучение начинается с 7 октября, в основном у всех. Вот вопрос. Так. Я хотел бы ответить вот на этот вопрос. Хотел бы побольше узнать про этот пункт вступительного испытания для программы «Художник по костюму». Я все-таки, я не знаю, был ответ или нет, добавлю от себя. Какая задача на этом вступительном, ну, задании? Попытаться выразить свой взгляд, чтобы куратор увидел, что у вас есть своя интересная точка зрения, что вы умеете повествовать об этой точке зрения. Как вы это сделали? С помощью тряпочек, с помощью аналитики какой-то, с помощью какого-то рисования. Важно, чтобы эксперты сказали, ты, во-первых, человек оригинально мыслит, необычно мыслит, может проанализировать, обычно дается какое-то задание по какому-нибудь фильму, условно, да, проанализируйте этот фильм, сделайте выводы и соберите какой-нибудь мудборд. Ничего особенного в этом нет, это не страшно, но это позволяет разглядеть творческий потенциал поступающего. Вот для чего это делается. Мария задавала этот вопрос, да? Да, Не у меня, знаю, к ответил я на сожалению, Марин он вопрос или нет. вылетел. Тут было написано, нужно подобрать текстиль, цветовую гамму или что-то еще. Да, если вы подберете некий текстильный лук, замечательно, потому что мы увидим ваши фактуры. Бывает, что, знаете как, вот лен, он кому подойдет? Да, вот только, так, вчера только разбирали волшебник страны Оз, и одна из студентов подготовительного отделения подобрала такой лук, там где-то был полиэтилен, где-то был лен, где-то был шелк. То есть получается, фактура ткани характеризует то злую волшебницу, то страшилу, то трусливого льва. Получается, ткань, фактура может об этом повествовать. Ну и понятное дело, что цветовая гамма, комбинация цветов, колорит, во-первых, может окрасить героя, мы можем присвоить какой-то цвет герою, и он будет характеризовать его. Дальше этот цвет может развиваться. Ну, допустим, если вы хотели присвоить этому герою
какой-то знак страсти вначале, ну, условно, алый и красный цвет, это красный цвет, герой, меняясь на протяжении фильма, превращаясь условно в отрицательного героя, этот алый может превращаться в кроплачно-темный. Таким образом, мы еще и сам цвет через драматургию самого цвета характеризуем героя. Если вы это сумеете сделать, то вы хорошо о себе заявите. Вообще, что такое вступительное задание? Это попытка показать, что я клевый, я талантливый, я хочу учиться, я умею размышлять, а не то, что, посмотрите, как я рисую. Я рисую. Вообще, я считаю, что рисовать можно любить любого, научить, а вот творчески мыслить значительно сложнее. Вот, там было еще написано что-то еще. Вот смотрите. Это уже на своих программах, я тоже прошу его, вы умеете, не знаю, фотографировать, лепить, принесите, покажите, что вы еще умеете, что вы умеете делать ручками, что вы можете, я не знаю, взять шариковую ручку, нарисовать что-то. Доселе этого никто не делал. Покажите, что вы творец. Я всегда отношусь к художникам не как к функциям, страшное дело. Я только художник по костюму, я только могу разработать образ. Ну как, ты же художник. Ты можешь взять ножницы, листок бумаги, что-то собрать, и все будут ходить и плакать, потому что ты современный художник. А можешь взять кисточку на стене что-то, или баллончик надуть на стене, и все будут потрясающие. Да он же лучше Бэнкси, правильно? Потому что ты художник. Вот, я за таких художников. Вопрос еще есть, тут смотрю. Есть. Да, так. Есть. Подскажи, пожалуйста, по условиям рассрочки оформления. Настя, это на антикете к тебе? Финансовые все вопросы. Говори. Да, Эльвира. Ко мне. Рассрочка. Мы рассрочкой самостоятельно не занимаемся. То есть, если вы оформляете через какой-то банк, то вы идете, ну, то есть оплачиваете, там, берете кредит или как-то, вы в банке. У нас есть оплаты одним платежом, либо двумя платежами, либо помесячно. То есть мы вам предоставляем договор, в котором написано, что у вас оплата помесячно, и есть определенная стоимость. То есть первый платеж у нас 20%, дальше помесячно идет с ноября одинаковая сумма, вы будете оплачивать. Есть, ну, а дальше уже в какой банк вы идете, как вы будете оплачивать, мы этим уже не занимаемся. То есть вы самостоятельно решаете, как вы будете оплачивать обучение. Вот. До какого числа принимаются заявки? Спрашивает Никита. Никита, пожалуйста, уточните, на какую именно программу. Я могу рассказать сразу про три программы, чтобы всем было ясно и легче. Давайте так. Художественную постановку у нас до 20 августа дедлайн, и 25 августа будет уже собеседование. Художник по гриму у нас 25 августа у нас дедлайн, и 28 августа у нас будет собеседование. Художник по костюму у нас 22 августа дедлайн, и 27 августа у нас будет собеседование. Вот. Как-то так. Если еще... Так, Настя ответила, да? Меня как-то выбивает, к сожалению. Еще важно понимать, что всю информацию по поводу дат и дедлайна и заданий вы можете найти на сайте. То есть вы заходите на сайт и отправляете, например, нам заявку, либо смотрите ниже, просто листаете, и там написаны все даты. И также, если вы заходите на сайт, когда заявку отправляете, там и задания есть, и, естественно, даты все, когда можно подать, тоже есть. Все. Так, я тут вижу мой любимый вопрос. Добрый вечер. Как проходит вступительное испытание по специальности художника-постановщика? Какие основные преимущества по сравнению с другими вузами этого направления? В чем разница подхода и программы по сравнению с, например, ГИКом? Так как по презентации система очень похожа, но обучение там длится 6 лет, а не 2 года. Этот вопрос был от Ильи, если я не путаю. Да, да, от Ильи. Спасибо, Илья, за вопрос. Ну что же, мне кажется, эта презентация не сильно похожа на презентацию в ГИКа, потому что, ну, во-первых, я сам учился во ВГИКе, чтобы все знали, да, и более того, вхож во ВГИК из-за того, что я курирую эту профессию на кинематографическом поле. А смотрите, у нас совершенно разный подход, вот даже по вступительным. Как проходили, как я поступил в ВГИК? Тебе надо сдать экзамен по рисунку, по живописи, по композиции, по истории искусства, по литературе, по-моему, вот это все осталось. У нас экзаменов нет. Вот принципиальная разница, у нас не экзамены, а собеседование вступительное.
Потому что мне, как куратору и кураторам, которые набирают на другие программы, не важно, что вы выполните какое-то задание, вы потрясающе рисуете. Мне не нужен человек, который потрясающе рисует. Услышьте это. Во ВГИКе есть некий стандарт, академический стандарт. Не можешь на натюрморт это нарисовать, как положено, как Академия художеств требует. Все, мы тебя не примем. У тебя будет понижен балл. А мне как раз-таки не надо это. Мне надо, чтобы вы могли визуализировать, у вас были идеи. А эти идеи вы могли визуализировать. Это очень большое отличие. У нас каждый год, чтобы все знали, я опять-таки как глава направления участвую у нас в Академии художеств происходит общение всех руководителей программ. И когда я показываю наши работы, они говорят, как это может быть? Как вы за 2 года развиваете ваших студентов это? А потому что у нас подход другой. А наша задача развить творческие способности каждого, не умаляя его, не выстругивая его. К сожалению, система, но другая, не буду какая, да, вот, которой я воспитывался, она долгое время тебя выстругивает, а потом говорит, ну теперь твори. Я так как все-таки выходец из этой системы, но более того, у меня сплошные родственники, художники и коллеги кругом все, академисты, да, я попытался взять из этой системы самое главное. Попытку аналитически мыслить и системно подходить к сбору материала. Вот там это и есть. А дальше на этом строится ваше креативное начало. Вы из огромного багажа выбираете и анализируете что-то, а потом еще должны обладать навыком визуализации в какой-то доступной степени широкой аудитории, либо творческой группе и прочее. Вот я вот так попытаюсь выразить отличие. Ну и потом, 6 лет это 2 года. Объясню, почему 2 года. Я бы тоже с удовольствием сделал бы 6 лет, чтобы здесь учились, это 6 лет. Но мне кажется, в нынешних условиях, когда все выстрелилось, когда мы смотрим интернет-контент не больше 30 секунд, 6 лет это ужас, никто не будет учиться. А потом сейчас появились возможности. Студенты могут дообучаться в интернете. Представляете, какое огромное информативное пространство. Черпайте, если хотите, оттуда. Когда мы учились, у нас этого не было, поэтому было 6 лет. В нынешних условиях 2, ну 3 года, мы уверены в этом, достаточный период для обучения, мне кажется, вот некого начального, базисного степа художника, любого, но постановщика по данным. Может быть, это моя точка зрения, я же не претендую на истину, да? Но я ее отстаиваю, глядячи на выпускников, я думаю, что у меня получается. Почитайте отклики, что же, все открыто. Как прикрепить портфолио, технический вопрос заявки. Я не знаю, Илья ответил, надеюсь, на ваш вопрос. Можете дозаписать здесь еще, если остался вопрос с вашей стороны. Не стесняйтесь, задавайте вопросы, для этого мы сегодня здесь. Так, что тут еще было про разручки? Да. Давайте я Давай. отвечу. Я отвечу на вопрос по поводу портфолио, как прикрепить его. У нас вы присылаете портфолио к нам на почту. Если вы оставляете заявку, у нас есть просто два вида. Либо вы оставляете, когда заявку вставляете, и у вас прям в письме и сразу, пожалуйста, прикрепите портфолио. Если этого нет, у нас есть почта, и там написано, отправьте, пожалуйста, на почту портфолио. У нас есть почта admission, где мы принимаем портфолио и прикрепляем уже к собеседованию. Поэтому, пожалуйста, заполните заявки, там либо вся информация. Если информации нет, именно ссылки по форме, то тогда стоит почта, и на почту отправляете свое задание. Задание нужно отправлять тоже ссылкой. Вы там прикрепляете Google, Яндекс ссылку, и в ней как раз складываете все, что у вас есть. Так, какие еще вопросы? Если есть. Если нет, ну что же, я жду вопросов. Сейчас, секундочку, я посмотрю, что это написал уже. Пока нет вопросов, что еще, чтобы не сидеть так и ждать вопросов? Что еще могу рассказать про эту специальность? Вообще, я собирался быть просто живописцем, стал живописцем. Потом мне стало скучно, я пришел в кино, мне стало работать интересно в кино. Соответственно, вот всю жизнь посвятил кино. Мне очень нравится работать в рекламе, в музыкальном видео, в кино, на телевидении. Все работы можете увидеть в интернете.
на тих просто, да, по фамилии и имени. Но знаете, чем мне нравится кинематографический мир? Потому что это некая синтетическая профессия. Ты должен знать, будучи художником, ты знаешь что-то и про режиссуру. Будучи художником, ты знаешь и про операторское искусство, и про монтаж. И если только ты пытливый человек, творческий человек, у тебя кипит вот этот источник, то ты через какое-то время обязательно, если только хочешь, умеешь, начнешь осваивать соседние смежные специальности. Вот как я сам, я освоил потом режиссуру и стал выражаться в режиссуре. Освоил креативное мышление, стал писать концепции под проекты. Вот, то есть это вообще очень интересно. Если ты только посвящаешь себя изобразительному искусству, мне кажется, это тоже здорово, но вот этого синтеза профессии нет. Почему я и кайфую от этой профессии. Вопрос, как что? Нет. А нет, есть вопрос. Так, ну-ка, на художника по гриму. Что тут на художника? Обязательно художественное образование. Так, ну что же, отвечу. Нет, специального обязательного художественного образования на художника по гриму у нас не требуется, оно приветствуется. Безусловно, если у вас есть школа художественная, если есть художественное училище, может быть, это все приветствуется. Даже если есть опыт работы, замечательно. Но мы все кураторы, это не только художественного направления, а в Московской школе кино, убеждены, что главное – это желание человека приобрести эту специальность. Вот если есть это, мне даже образование никакое не нужно. А если этого нет, образование не поможет. Вот, идите на художественную постановку, там интересно, много полезного. Эльзар. Ага, Эльзар, я тебя узнал. Это замечательный мой студент. Привет, Эльзар. Это ты, да, судя по всему? Ну что же, хороший посыл идти на художественную постановку. Мне нравится, что Эльзар, если я не путаю, это студент, который пришел сейчас на второй курс, замечательный. Прекрасно работает, прекрасно развивается и очень много практики. У него он постоянно работает. Ну вот вы сейчас можете прислушаться к нему, прийти на художественную постановку, и мы с вами будем вместе постигать азы этой науки. Ну и вы будете с Эльзаром общаться тоже в том числе. Да, это я написал, да? А? Заканчиваем? Ну что же. Смотрите, друзья, если больше вопросов нет, то нет. Спасибо за ответ. Илья написал. Хотел бы еще узнать практические знания касательно составления сметы проектов, введения производственной документации, помогаете ли вы грамотно? Ну, конечно, это все так. Потому что, смотрите, обучаясь, вы не просто что-то рисуете и говорите, я что-то построю. Вы должны соблюдать графики, дедлайны, уметь генерить сметы. Для этого у нас множество проектов, для этого у нас преподаватели есть, для этого есть директор производства и продюсер, который читает вам лекции. Для этого вы общаетесь между собой, со старшими студентами. Мы не только вас учим сметы составлять, мы вас учим еще и документацию составлять для производства. Это все есть. Теперь вопрос там был, помогаете ли вы грамотно составить портфолио? Ну, вообще, да. Портфолио, ну, не то, что форму портфолио, но что туда войдет, что туда имеет смысл включить, я лично даю советы. Вот сейчас у нас будет скоро дипломная защита. Я рекомендую своим студентам тот или иной проект выбрать для защиты. У нас постоянная связь студентов и выпускников с кураторами. Я за время нахождения в этой школе, я здесь 10-11 год пошел. Вот за это время у меня 150 студентов, а только художников-постановщиков вышло отсюда. Я уже не говорю, что художников в костюмах, в экспонарии и прочих художников. Так, ну что же, вот такой ответ. Смотрите, мне приятно харизму. Замотивировали на развитие профессии. Знаете, я считаю, что самое главное – это харизма. Самое главное, что источает человек. В этом случае с ним просто интересно общаться. А это же 2 года жизни, или год жизни, или там 3 года жизни. Мне кажется, после этого вы на мир будете смотреть другими глазами. Приходите, будем вместе учиться смотреть на мир другими глазами. Я хочу всех поблагодарить, кто пришел. Эльзару отдельно спасибо и за рекомендации, что пришел и поучаствовал. Спасибо всем, кто это организовал. Спасибо Насте, которая здесь. Спасибо Наташе, которая здесь помогает. Спасибо людям, которые фиксируют это.
Вот. Благодарю. Надеюсь, я вас увижу на ближайшем вступительном собеседовании. Надеюсь, вы составите потрясающий оркестр наших художников в нашем направлении. Ну что, до встречи. Пока. Врубайтесь.